Привет, сегодня у нас будет open case на аккаунте подписчика. Около 1000 купонов. Будем открывать премиум, классику, ящики припасов. Плюс он сказал, что можно тратить аджишки. То есть как раз под 1000 у нас вполне себе и наберется. Я у него сразу на аккаунте приметил, что есть ДПшка. Довольно необычно выглядит. Я такую лично не знаю, откуда она. Как давно она в игре. Если ты в курсе, расскажи мне. Хилчат, в принципе, выглядит ничего так. Желает ли он его прокачивать или нет, я не знаю, но материалы он копит. М-ки ледника нету, значит, будем с тобой стараться выбить сегодня М-ку ледник. В этом ящике очень нравится рюкзак-щелкунчик. Вот его точно нужно выбить. И, конечно же, мифик. Конечно же, мифик в коллекцию, чтобы тоже был. Поэтому начинаем открывать. Подписчику еще раз большое спасибо за этот аккаунт. О, сразу? Нет. Обман. Это обман. Это был обман. Контакты есть всегда в комментариях. Но пока мифик, но временный. И давай постоянный. Да хорош. 30, отлично. 30 нужно для... А почему нету здесь мифика? Вот это, конечно, не очень красиво. Но давай щелкунчик. Шляпа. Можно, конечно, чередовать по десятке. Типа десятку припасов, десятку премиум, десятку классики. А давай попробуем. Я, кстати, не видел, чтобы так открывали. Давай будем чередовать по десятке и вот так спускаться, и снова подниматься, спускаться. Премиум. Что у нас премиум? Конечно же, берил, да побольше, потому что нужны материалы. Если выбьем ледник, если ледник окажется, что нужен, чтобы был хороший буст и коллиматор. Ну, примерно ситуация, как у меня, точно такая же. Теперь переходим в классику. Блин, классику обидно. Я очень надеялся на желание. Ладно, без желания мы попробуем выбить ледник. Не знаю, насколько хорошо сейчас сыпет у нас классика. Надеюсь, что нам повезет. О, кстати, ящик солдата же еще есть. Пипишки он тоже сказал, можно тратить. Переходим теперь к ящику припасов. Давай что-нибудь. Сейчас. Ну, почему временное? Почему? Здесь вообще падает что-то постоянное, нет? Давай, Легу, костюм. Ящик солдата. Отсюда тоже хочется забрать Леги. Не знаю, открывает ли его сейчас кто-то вообще или нет. О, или купоны, кстати. Мы сейчас купоны отсюда из припасов накопим и еще откроем классику. Пока ничего. Ничего не осталось. В классике, конечно, с купонов мифик не выбить. Ни разу не видел, чтобы это кто-то делал. Но леги позабирать, вот это, конечно, очень хочется. Припасов. И давай закрутить хорошее что-то. Купон классики. Переходим обратно в премиум. Сейчас у нас будет гарантом материал. Ну, как раз 4 штучки. Будет 5. Понемногу тоже накопим. Ну, серьезно, ну, 2 куртки. Так, давай классику мы что-нибудь пожелаем. О, кстати. Вот этот костюм прикольный. Вот он смотрится солидно. То есть вот, вместе. Ну закрутись где-нибудь, хоть что-нибудь. Все временное. Ящик солдат. Хорошо, что здесь временного нет. Но тут только и купон классики обитают. Премиум открываем. Премиум нам осталось еще немножко. И гарант будет. Игре вообще пофиг. Она словно думает, а, там еще много. Что тогда тебе выпадет? Ну, как бы, ящиков становится все меньше. И надежда на то, что выпадет что-то хорошее тоже. Поэтому, я думаю, не будем тратить аджишки. Ну, потому что смысл. Ради такого открытия. Если игра не сыпет, ну, смысл. Тратить еще и аджи. Эти же аджи пускай потом переработает в этим, в части материалов. Открываем следующий гарант. Ну, не было, конечно, такого. Но хочется все-таки леги. Ящик солдата. Давай, наверное, это последний. Больше ящик солдата мы тратить не станем, потому что очень дорого теперь. 5000, ой, 7000. Премиум. Пожалуйста, ну давай хоть что-нибудь. Так за это как будто что-то было хорошее. Это все лишь коктейль. Как раз открытие премиума и обзор этого ящика был на канале. Можешь посмотреть это видео. Переходим мы теперь в классику. Классика, давай, вся надежда на тебя. Классика такая, считаешь, что надежда должна быть не на нее. Припасы? Может на тебя? Закрутить что? Ну вот зачем?
Вот это убрать нужно, временно. Мне, кстати, я ни разу не выбивал с ящика припасов мифик. Я знаю, что это можно сделать, но у меня еще ни разу там не было. Ледник у себя на аккаунте выбивал раза 4. Поэтому, как бы, с ледником мы дружим. Надеюсь, он это помнит и выпадет на этом аккаунте. Нужно как-то проломить эту стену из ничего не падания. Здесь в какой-то момент игра сейчас такая, ну, объективно все, хватит тушить аккаунт. Нужно давать что-то. Классика вообще, я не помню, чтобы в классике хоть одна лего была за все открытие. Ну, типа, копить так долго, так много, 1000 кейсов, ты фиг знаешь, сколько будешь копить. Это минимум год на это уйдет. И вот на это копить, вот ради этого. Но в любом случае, конечно, лучше копить, потому что те же самые припасы, премиум, хотя бы гарантом, есть шанс что-то выбить. Если единичками открывать, это уже исключительно надеяться на свою удачу, которую вот такого вот уровня. Да, сегодня что-то пока не очень оно идет, но я надеюсь, сейчас все у нас поменяется. Еще шансы есть, еще не все потеряно. Закрутить постоянно. Ясно. Постоянно не крутится. Давай попробуем с пропуском это нужно дважды, да? Ну давай дважды сделаем. Пропуском я имею в виду. Хорошо. Хорошо, что это лего. Плохо, что она такая. Давай, следующий с пропуском. И... Боже мой. Ужасно. Давай, это тоже обычно. Следующий с пропуском. Давай попробуем два раза потряс пропуском. Чем черт не шутит? Вот у него времянки будет. Давай, сначала один раз, а следующего раза дважды. Забираем гарант. Гарант, все еще нужен щелкунчик. И все еще падает шляпа. Ну, я не знаю, как на это реагировать. Это очень грустно. Ну, в принципе, все у нас сейчас будет в следующей десятке. Гарантом берем. Поэтому, вот если сейчас дважды он тут будет... Что это, если это не смех игры надо мной? Ладно, выбили мы берил. Теперь наша цель выбить еще раз. Наша цель ледник на классику. Берил на премиум. Первый... Я подумал красный. А, ну сет. Кстати, выпал сет. Хотя у него Виктор. Хотя Виктора во что только не надевает. Так что я ничему не удивлюсь. Открываем ящик припасов. А, да, стоял уже. А, ну пускай пропуском сейчас и стоит. Во, так мы пропуском два раза сделаем. Открываем здесь. Раз. Два. Единичками не открываю, потому что вообще растяну еще на дольше этот ролик. Баги. И целое ничего. Так, открываем гарант. И лего! Лего, но не та, что хотелось бы. Хотя Виктору красиво. Но Виктору все к лицу. Возвращаемся сюда. У нас берил нужно. А пытает глушить. Еще бы добавили бы сюда материал хотя бы, знаешь, в лего. Было бы прикольнее. Каска, кстати, которую я нахваливал, все еще не падает. Вот. Оружие, но не то. Но хотя бы что-то упало, и то хорошо. Эти прокруты еще раз с пропуском. А следующий, как обычно. Ну, с пропуском вообще то же самое. Я не знаю, что подобрать. Временно, временно. Какой подход подобрать к игре в этом открытии, чтобы она нам что-то сыпала. Может, она не сыпет, хочет в конце? В конце нас как обрадовать? Ладно, давай последний с пропуском. Открываем классику. Второй раз классику. Не, классику, я так понимаю, без вот этого желания, да? Где ты загадываешь предмет, на него шансы растут. Вообще нет смысла открывать. Хотя я не понимаю... О, давай! Нет. Хотя я не понимаю, почему они не ведут на постоянку этот способ. Это же круто.
Вот они, конечно, хорошо, что убрали в игре, что эпики теперь не крутятся, но почему временные вещи крутятся? Вот это бы тоже убрали, было бы идеально. Так, у нас Гарант. У нас Гарант, и у нас все еще надежда на Берил. Шлем, который не падал. Хотя бы, знаешь, падает разный, то хорошо. Шляпа. Не нравилась черная нам шляпа, пожалуйста, держите красную шляпу. О, это же классика, да, тут у нас леги постоянные. Эфирная лазурь. Давай посмотрим, как он выглядит вообще. Лазурит. Так. Ну, любителя. Кому как. Вот этот костюм у нас Сад купил. Примеряем на Викторе. Виктор в восторге. О, как раз и с рюкзачком этим еще. Хотя лицо такое, типа, ты че, ты столько потратил и ничего не выбил? О, маска. Очень чем-то похожа на Алдову. Понятное дело, что совсем не она. Но было бы тоже прикольно выйти. Тем временем у нас подходит уже к концу наши ящики. Я не думал, что это возможно, но это происходит. Рюкзак, костюм. Ну, получается у нас костюм вот этот. Получается у нас костюм вот этот. Выпал с этим. Так что Виктор богач. Возвращаемся снова. А, у нас... Ну еще дважды Гарант точно будет в премии. Ну давай что-нибудь такое. Ну давай Берил. Вообще, напиши, кому-то падает вообще Берил этот? Не с Гаранта. С Гаранта всем падает. А вот не с него. Вторая десятка идет. Ничего не падает. Тем временем, что у нас в ящик припасов? А, нам не хватит до Гаранта. Подожди, а если не хватит до Гаранта, так может и не будем крутить? Как раз вот скоро выйдет новый. Пускай там до Гаранта докопит. Ну потому что, ну с таким открытием, серьезно, куда? Я не вижу смысла. О, тут у нас нормально. У нас как бы премиум классики нормально. Так что это мы сейчас и будем крутить. Куртки разные, но давай... Я думаю, серебра очень много он потом получит, когда начнет это перерабатывать. Я даже посмотрю, интересно, ради. Я думаю, это 1005, наверное. То, что у него все это есть. Сейчас у нас будет Гарант. Да, очень больно. Очень больно видеть такие Гаранты. Классика. Классика тоже осталась, всего ничего. Давай с пропуском попробуем. Так, чуть залагало. Но это ничего не дало. Давай-то Гаранта добьем. Я думаю, вообще одно серебро будет. Вот они такие, ну, чтобы ты совсем не расстраивался, давай мы тебе рубашечку засунем, а так серебро. Не знаю, честно, не хочется уже и остальное докручивать. Конечно. Конечно, это М-ка. Ладно, три десятки. Тут, в принципе, до Гаранта, если что, можно тоже докрутить. Давай последнюю все-таки единичку. Открываем единичками. Надеемся на какое-то чудо. В классике, наверное, две десятки единичками. Последние? А, еще четыре. Давай с такого вида. Я не знаю, я уже по-разному. Я и так, и так, и это. Все хочу выбить. Но вообще не идет. Юбка? Конечно, юбка. Ради юбки я открываю. Зараза. Хотя бы напоследок, но могу же что-то закрутиться, ну. Итого, у нас остается классика. Сколько у нас классики? У нас классики много, на самом деле. Тут еще шанс какой-то есть. В принципе, с прокачиваемым РП. Там еще ящики. Но я не вижу смысла. 24? Давай 24 единичками. Это как раз у нас последнее. Раз. Первые 12 с пропуском. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Вообще не вижу смысла. И по единичке. Что так не падает, что так не падает.
Ладно, давай тогда десятку. Я не буду пропускать. Посмотрим, что выпадет. Пожалуйста, ну-ка закрутись напоследок хотя бы. О боже мой. Как плохо. Как же это плохо. Итак, давай подводить итоги. Берилл мы, конечно, выбили. Хотелось к Бериллу, чтобы выпал еще раз Берилл, чтобы были материалы, но не судьба. Вообще не судьба. Я как вспоминаю, сколько в самом старте было у нас купонов, и что выпало, это ужасно. Поэтому, леги. Леги нам выпали практически все здесь. То есть, если действительно он захочет прокачивать Берилл, у него ничего интересного из этого будет. Не знаю, выпало ли прям все, потому что я хотел совсем другого. Я хотел материала. Классика нас вообще не порадовала. Рюкзак и вот этот сет. И вот этот недовольный Виктор. Все, что мы имеем в итоге. Ящик припасов. Леги выпали. По-моему, вот этот сет не выпал. И рюкзак не выпал. Вот. Таким Виктор у него не будет. Ну и мифик не выпал. Не то, чтобы прям мифик какой-то шикарный, но выбить без доната мифик, это круто. Но мы пока не узнаем. Не знаю, очень грустно. Блин, человек столько копил и вообще ничего не выпало. То есть, если бы хотя бы оно переработалось, все крутое. Поэтому я, скорее всего, отправлю ему UC на аккаунт немного. Не знаю, утешит ли это его. Может и нет, но тем не менее, за то, что дал аккаунт и столько накопил, 1000 купонов, ну, не у каждого будет сила воли столько накопить. Поэтому я ему скину UC. Вот такое открытие. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения и до встречи в следующих роликах.